Меня зовут Наташа, я флейтистка и всегда хотела создать собственный проект, чтобы быть независимой ни от кого и делать те вещи, которые мне хочется, с интересными мне людьми. И так получилось, что я нашла тех людей, с которыми мне сейчас интересно играть и придумывать всегда что-то новое. Это получилось спонтанно. У меня была идея сыграть сонату Даниэля Шнидера. Там, где я училась, в Австрии, я не могла найти никого, кто бы согласился сыграть фортепианную партию этой сонаты. Она была слишком трудная. И когда я приехала в Россию, то неожиданно мне мой преподаватель предложил участвовать в фестивале в Австрии, но для этого мне, опять же, нужно было найти пианиста. И вот такой сумасшедший отчаянный пианист нашелся. Это вот Лера была. Привет, меня зовут Лера. Я тот самый сумасшедший пианист, который согласился ехать с Наташей в Австрию. С нами поехали в результате не только Лера участвовать в этом фестивале, но и Женя, точнее две Жени. И одна из Жень так и осталась в нашем проекте. Теперь она играет у нас на виолончели. Это было очень забавно. Меня позвала скрипачка, с которой мы познакомились в консерватории. Мы с ней играли вместе в квартете, и она предложила мне поехать в Австрию вместе с трио сыграть музыку современного композитора Даниэля Шнидера. Вот. Я подумала, что это интересная идея, тем более на тот момент у меня не было никаких дел, и собралась и поехала. В общем, наш проект начался с этой поездки, я так думаю, потому что там мы все сдружились. Если бы она сейчас меня куда-нибудь позвала, хоть на край света, я бы поехала. Там я уже познакомилась с Лерой, с Наташей, с этими чудесными девчонками, с которыми мы знакомы уже почти 5 лет. И там все так было интересно и драматично, что потом мы просто решили это все не терять. Это была очень забавная поездка, так как мы особо не планировали, где мы будем жить, как мы будем это все устраивать. Вот. Поэтому было очень много забавных вещей, сумбура. В общем, с тех пор, как это веселье 5 лет назад началось, вот так оно и продолжается. С тех пор мы вместе, мы играем интересные концерты. Нам интересно и быть вместе, и играть вместе, и придумывать. Надеюсь, у нас все это вырастет во что-то такое, что захочется узнать не только нам, но и другим людям. И не только в Москве, а везде.